За то, что ты являешься нашим Богом, мы твои дети. Когда ты был на земле, ты дал повеление своим ученикам учить людей, крестить их, Господи, и учать их соблюдать, Господи, все то, что ты им повелел. Господи, мы сегодня хотим исполнить твои заповеди. Мы благодарим тебя, то, что ты с нами и в нас. Просим, благослови этот момент крещения, благослови всех, кто будет принимать крещение, благослови воду, Господи, и всех нас, чтобы мы могли понимать, насколько свято это место, что мы могли просить о твоем отцовском благословении на весь этот процесс крещения. Да будет имя твое прославлено за все. Наш вечный Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Занимайте места. Дорогая сестра Кристина, веришь ли, что Иисус Христос пришел, чтобы пострадать за тебя на кресте? Верю. Обещаешь ли служить Ему всю свою жизнь? Обещаю. По вере твоей и по повелению Господа Иисуса Христа крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Иисус Христос пришел на землю, чтобы простить все наши грехи. Да, верю. Обещаешь ли служить Ему всю твою жизнь до конца дней? Да, обещаю. По вере твоей и по повелению Господа Иисуса Христа крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сестра Юля, веришь, что Иисус Христос пришел, чтобы пострадать за тебя? Да, верю. Обещаешь ли быть верным Ему до конца своих дней? Да, обещаю. По вере твоей и по велению Иисуса Христа крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Все мы во Христа крестившиеся, во Христа Аллилуйя. Дорогая сестра Юля, веришь, что Иисус Христос пришел, чтобы пострадать за твои грехи? Да, верю. По вере твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сестра Ира, веришь, что Иисус Христос пришел, чтобы пострадать за все наши грехи? Да, верю. По вере твоей, по твоему обещанию, крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сестра Маргарита, веришь ли, что Иисус Христос пришел, чтобы пострадать за всех людей? Да, верю. Обещаешь ли быть Ему верным до конца своих дней жизни? Да, обещаю. По вере твоей и по велению Господа крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава, аллилуйя, слава.
Дорогая сестра София, веришь, что Иисус Христос пришел, чтобы пострадать за всех людей? Да, верю. Обещаешь ли быть Ему верным до конца своих дней? Да, я обещаю. По вере Твоей и Твоему обещанию, крестю Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облекли. Дорогая сестра Дина, веришь, что Иисус Христос пришел, чтобы простить все твои грехи? Да, верю. Обещаешь ли быть верным Ему до конца своих дней? Да. Дорогая сестра Дина, веришь, что Иисус Христос пришел, чтобы простить все твои грехи? Да, верю. Обещаешь ли быть верным Ему до конца своих дней? Да, верю. Да, обещаю. По вере Твоей и Твоему обещанию, по повелению Господа Иисуса Христа, крещу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Аллилуйя, слава Аллилуйя, слава Аллилуйя, слава Искупителю. Дорогая сестра Виктория, веришь, что Иисус Христос любит тебя до конца своих дней? Да, верю. Веришь, что Он пришел, чтобы пострадать за твои грехи? Обещаю, верю. Обещаешь ли служить Ему всю свою жизнь? Обещаю. По вере Твоей, Твоим обещаниям и по повелению Господа крещу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Все вы во Христа Иллуя. Дорогая сестра Илона, веришь, что Иисус Христос пришел, чтобы пострадать за твои грехи? Да, верю. Обещаешь ли быть верным Ему до конца своих дней? Обещаю. По вере Твоей, Твоему обещанию, по повелению Господа, крещу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Аллилуйя! Дорогая сестра Марина, веришь, что Иисус Христос пришел, чтобы простить все твои грехи? Да, верю. Обещаешь ли быть верным Ему до конца своих дней? Да, обещаю. По вере Твоей и Твоим обещаниям крещу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа обещанием крещу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Аллилуйя, слава. Дорогой брат Тимофей, веришь ли, что Иисус Христос пришел в мир для того, чтобы спасти всех людей и тебя тоже? Да, верю. Обещаешь ли быть верным Господу всю твою жизнь? Да, обещаю. По вере твоей, по повелению Господа Иисуса Христа, крещу тебя во имя Отца
и Сына, и Святого Духа. Аминь. Даниил, веришь ли, что Господь Иисус Христос придет еще раз на эту землю для того, чтобы забрать свою церковь? Да, верю. Обещаешь ли верно служить Иисусу Христу до конца своих дней? Да, обещаю. По вере твоей, по повелению Иисуса Христа, крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогой брат Андрей, веруешь ли в Иисуса Христа, Сына Божьего и твоего Спасителя? Да. Обещаешь ли служить Господу всю твою жизнь? Да. По вере твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогой брат Дмитрий, веришь ли, что Иисус Христос простил тебе все твои грехи? Верю. Обещаешь ли быть Ему верным до конца твоих дней? Обещаю. По вере твоей, по повелению Господа Иисуса Христа, крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогой брат Филипп, веришь ли, что Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы умереть на кресте Голгофском за все твои грехи? Да, верю. Обещаешь ли служить верно Иисусу Христу до конца твоей жизни? Да, обещаю. По вере твоей, по повелению Господа Иисуса Христа, крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа. Дорогой брат Марк, веришь ли, что Иисус Христос умер на кресте, был погребен и воскрес из мертвых на третий день? Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогой брат Роман, веришь ли, что Иисус Христос сейчас сидит одесную Отца Небесного на небесах и ходатайствует за тебя? Да, верю. Обещаешь ли честную и правильную, верную жизнь в обещании твоем Господу Иисусу Христу? Да, обещаю. По вере твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Дорогой брат Андрей, веришь ли, что Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы искупить все твои грехи? Да, верю. Обещаешь ли быть верным Ему до конца своей жизни? Обещаю. По вере твоей, по повелению Господа Иисуса Христа, крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Крестили наших братьев и сестер. Давайте мы сейчас встанем, поблагодарим Бога за то, что Он дал нам такую возможность поучаствовать в этом служении. Искупитель наш Христос, благодарим Тебя за жертву Твою, благодарим и поклоняемся Тебе, Господу нашему, за спасение чудное, которое Ты совершил для нас. Благодарим Тебя, что сегодня Ты позволил нам иметь это крещение. Благослови всех тех, кто приняли крещение. Помоги им верно служить Тебе, любить Тебя, идти за Тобою до конца своей жизни. Слава Тебе за все, наш Бог. Аминь.